канун начала каждого учебного года все педагогическое сообщество Великоустюгского района традиционно собирается на конференции для того, чтобы подвести итоги работы за прошедший год, проанализировать успехи и слабые стороны, определить приоритеты и выбрать способы реализации поставленных целей. Нам удалось выйти на основные показатели, установленные планом мероприятий региональной дорожной картой в системе образования района. Конференция – это не только серьезная работа, но и праздник, где называют имена лучших профессий, вручают дипломы и подарки. Труд учителей был отмечен наградами и почетными грамотами различного уровня. Также были отмечены успехи наших педагогов в спортивных достижениях, экологическом воспитании. А еще в этот день на заслуженный отдых проводили руководители трех образовательных учреждений. Мне очень нравится эта традиция. Вот на августовском совещании мы чествуем наших ветеранов, тех, кто уходит иногда на заслуженный отдых, иногда, может быть, еще где-то потрудится, но заканчивает свою деятельность на посту руководителя. И я очень рада, что вы пришли сюда. Конечно, может, где-то у вас и печальные нотки есть, но я очень рада вас видеть, и я думаю, что мы эту традицию продолжим. В ходе конференции участники обсудили роль современного образования в процессе развития города и района, влияние работы школ на повышение качества и эффективности процесса обучения и воспитания. В рамках конференции начальник управления образования Римма Батакова рассказала об итогах предыдущего учебного года и обозначила задачи на год грядущий. Евгения Шемякина, Максим Колосов, новости провинции.